Nineveh's complete destruction is described as the attack continues in chapter 3. В третьей главе мы читаем о полном разрушении Ниневии под ударами Мидиан и Вавилонян. We hear the nickname of Nineveh. It's called the Bloody City. Здесь мы читаем о, как бы здесь используется и другое слово, которое обозначает Ниневию. And while many, where is it? Actually, it's not named here. Mm-hmm. It's named. Actually, it's in verse 1. Mm-hmm. Bloody City. Он называется городом крови в первом самом стихе третьей главы. Each culture seems to have its own particular vices and sins. Представляется, что в каждой культуре существуют свои какие-то конкретные пороки и грехи. Babylon is especially known for immorality and idolatry. В Вавилоне, например, это в основном идолопоклонство и аморальность, безнравственность. But Nineveh was known for its violence and cruelty. А вот Ниневия была известна по всему миру своим насилием и жестокостью. And for that reason, her overthrow will be exceptionally violent. И вот по этой причине разрушение Ниневии будет не менее жестоким, чем та жестокость, которую проявляли ниневитяне по отношению к другим народам. And we need not read so much verses 4 through 7 of chapter 3. Нам даже и не нужно читать стихи с 4 по 7 и 3 главы. But there are two points I would like to make. Мы здесь просто обозначим две мысли. One is that she will be humiliated before all the other nations. Первое, что эта империя падет и будет унижена перед другими народами. And Nahum mentions one other city that was recently destroyed. И еще Наум упоминает об одном городе, который недавно был подвержен разрушению. In verses 8 through 10, it was an Egyptian city. По 10 стихи там говорится о египетском городе. Let's listen to verses 8 through 10. Даже с 8-го. «Разве ты лучше, но Амона, находящегося между реками, окруженного водой, у которого вал был море, и море служило стеной его? Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе. Но и он переселен, пошел в плен, даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жребии, все вельможи его окованы цепями». Okay, this is the description of an Egyptian city. Это описание египетского города. And it shows Nahum's grasp of world history in his day. И здесь мы можем говорить о том, что Наум знал историю. The city of Noamon was a capital city of Egypt. Историю мира в то время. Но Амон был столичным городом в Египте в то время. It was actually at least as large as the city of Nineveh. Он был по меньшей мере такой же по численности, как и Ниневия. And it was destroyed. Он также был разрушен. By Assyria. Ассирией. So now God says to Assyria, it's coming back to you. И теперь Бог говорит Ассирии: вы разрушили этот город, а я нашлю разрушение на вас. And Egypt actually, бумерангом к вам это возвращается. The city of Noamon actually had all kinds of allies who would come alongside and help her. И обычно в Ноамоне всегда было очень много, у Ноамона было очень было много союзников, которые приходили ему на помощь в минуты опасности. And Ethiopians and other countries. Эфиопия и другие страны. But Nineveh has nobody to ally with her. А вот у ниневитян никаких союзников не было. All right, two more passages I want us to read in this book. И еще два отрывка я хотела бы, чтобы мы прочли в этой книге пророка Наума. First of all, verses 11 to 13. Прежде всего, стихи с 11 по 13. «Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщина у тебя, врагам твоим настежь отворяются ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои». This is a description of utter devastation. Это описание абсолютного опустошения. After the Babylonians destroyed Nineveh.
После того, как вавилоняне разрушили Ниневию, there was no evidence, the city had ever existed. Мы уже не читаем нигде в хрониках, что город был восстановлен или каким-то образом существовал. In fact, until 1842, when archaeologists discovered buried deep some evidence of the city. Только в 1842 году археологи стали обнаруживать остатки этого города. Those who read the stories about Nineveh thought the Bible was mistaken. Те, кто читал историю о Ниневе, считали, что в Библии все неправильно записано. Because until those archaeological discoveries, there was no evidence the city had ever existed. Потому что не было никаких свидетельств того, что город вообще существовал. То есть, как бы, поскольку этих свидетельств не было, считалось, что это выдумка все. That is how complete, Assyria's destruction was. Но это говорит о том, насколько полным было разрушение этого города. And then finally, verses 14 through 19, the last passage in Nahum. И последний отрывок, последний раздел в этой книге, стихи с 14 по 19. «Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей, там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя как гусеница, хотя бы ты умножился как гусеница, умножился как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как раи мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен. И когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой расселся по горам, и некому собрать его. Нет врачества для раны твоей, болезненная язва твоя. Все, услышавшие вести тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя». Everyone will rejoice over Assyria's fall. Смотрите, все будут рукоплескать о падении Ассирии. It's important to keep the picture of what actually happened in mind. Важно всегда держать образ в голове, образ того, что на самом деле произошло. Water came through, destroying the walls. Итак, вода подошла к стенам города, и стены были разрушены. But the actual destruction of the city was by fire. Но непосредственное разрушение города было огнем. After the Babylonians had killed everyone, or even as they were killing everyone. После того, как вавилоняне убили всех в городе, или даже в то время, когда они это делали, they put the city to the torch. Они сожгли город. So what did we read in the very first lines of the book? И помните, что мы с вами читали в самых первых строках этой книги? About a judgment by water and by fire. О суде водой и огнем. And that is the way Assyria was destroyed. Вот именно таким образом и была разрушена Ассирия. Именно от этих двух стихий она пала. By a combination of water and fire. Сочетание воды и огня. Now that is a very brief overview, a run-through of the book of Nahum. Краткий обзор, такой беглый обзор книги пророка Наума. It's not a long book. Книга эта сама по себе небольшая. But it is a very powerful book. Но вместе с тем она несет в себе очень сильное такое послание. Она очень впечатляет. What do you think the impact of the book of Nahum, the prophecy of Nahum, would have been on the Jews of Judah in his day? Как вы думаете, какое впечатление произвела бы книга пророка Наума на евреев в то время, когда жил сам пророк? Вот он написал пророчество, и как бы они отреагировали на эту книгу? Они бы радовались, ликовались. They would have rejoiced, были враги их. Because they were their enemies. Yes, yes. They would have rejoiced, especially if they had trusted in what Nahum was saying. Они бы радовались, если бы они по-настоящему верили в то, что говорил Наум, да? But it would have taken some faith to believe what Nahum was saying. Но вместе с тем, чтобы поверить в это полностью и всецело, нужно было иметь веру. Because when he prophesied, потому что Assyria was still strong. Когда он пророчествовал, Ассирия еще занимала очень сильные позиции в мире. Страх был у евреев, да, перед этим. The Jews had fear before the Assyrians, right? Как бы это и есть препятствие, но вера их не была, да? And it might have been an obstacle to their faith that Nahum was right. Yes, so they would have had, just like we do, they would have had to have chosen between fear or faith. То есть так, как и нам с вами, порой приходится выбирать между верой и страхом. But they had the word of the Lord, and they could have been encouraged. У них было слово Господне, у них было слово от пророка, и это должно было их как-то ободрять и воодушевлять.
Now, how could you see using the book of Nahum in your ministry? А как, с вашей точки зрения, вы могли бы использовать эту книгу в своем служении? And as you think about that, подумайте об этом, и пока вы думаете... Have any of you ever heard a sermon on the book of Nahum? Еще один вопрос. Вы когда-нибудь слышали проповедь где-нибудь, основанную на книге пророка Наума? Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now, I have never preached the book of Nahum myself. А я и сам никогда не говорил проповедь по книге пророка Наума. But I have used the example of Nahum's prophecy in Bible studies. Но я использовал примеры из пророчества Наума в рамках библейских уроков, изучения Библии. And I have referenced the accuracy of Nahum's prophecy in conversation, and in Bible studies, and in sermons. И особенно подчеркивал точность пророчества Наума и просто в разговорах, беседах, и в на библейских уроках, и на проповедях. So one of the great encouragements from this book is the accuracy of biblical prophecy. Поэтому для нас большим ободрением и каким-то уроком, который мы можем извлечь из этой книги, должно служить именно точность исполнения пророченного Наума. Уверенно в Слове Божьем. We have a whole table here. What he prophesied about and when it happened. Oh, okay. Ну, вот смотрите, я просто хотела вам показать, но если вы будете использовать это в рамках библейских уроков или на проповедях, здесь вот в комментариях Харчла, по-моему, под редакцией Харчла, на 501 странице есть исполнение пророчеств Наума, прямо в две колонки. Первое, что он предрекал, и второе, когда это произошло. И это показывает и точность пророчества, и, в принципе, хронологическую какую-то последовательность. Поэтому, если вы будете использовать, можно прямо эту таблицу брать. Okay. One of the things I like to point out to believers and unbelievers as well. Обычно мне очень нравится подчеркивать, как в общении с верующими, так и с неверующими. Is the specificity of God's predictions. Специфичность, конкретность Божьих предсказаний. God just didn't say Assyria will fall. Бог не просто говорил, Ассирия падет. He said it'll fall by fire and water. Он сказал, что Ассирия будет разрушена огнем и водой. Complete devastation. Будет полное опустошение. Wouldn't be discovered for 2600 years. И на протяжении 1800 from 600 to 1800, about 2600 years. Ну, в общем, ее не обнаружат долгое-долгое время, только свидетельства о том, что Ниневия существовала, как мы говорили, были обнаружены в 1842 году. So one of the central verses for the whole book would be. Поэтому одним из центральных стихов всей книги я бы назвал. Chapter 1, verse 7. Седьмой стих первой главы. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Ну, а как вот посмотреть утешение? Ассирия разрушена, потом Вавилон следом находит и забирает их в плен. What kind of encouragement would it be if Assyria was destroyed and then the Babylonians come and they take the Jews into captivity? What kind of joy is that? Well, we'll talk about that when we see the book of Habakkuk. Мы когда будем разбирать книгу пророка Аввакума, мы эту тему с вами поднимем. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.